Что-то рыбы наделал? 9 штук. Мне не хватает. Да, я последнюю поставлю, одна есть. А, блин. Катюха. Ага, сейчас. А нету Катюхи. Где, в Долоране? На Фумане тебе хочешь? На-на-на-на-на, Анхоли у меня есть. У меня есть, сука, иди сюда. А чё вы? Фласки. А, фласки, да у нас есть фласки что-то. Кстати, я тоже. Я наверное, саппорты буду пить, а не выебываться. Да, и вы можете саппорты пить. Все, я сегодня надел, просто сегодня тестил. Кто не засуманился? Все тут. Для нас, так как нету комбы, нам лучше вариант, что мы носим саппорты. Локал поставь шкаф, засуманим он мимо. Так, забери сразу рыбу, валяется. Барабаны там возьми, пока что этот стоит. Я думаю, это на Ршаму пересесть играть. Тут слишком много людей собираются на Ршаму пересаживаться. Да? Да. Вон, видишь, у нас уже Ршама сейчас, которого раньше не было. Не, ну это я понял, а кроме него кто еще есть? Ну, это Танзай. Танзай, что у нас может Ршама? Они-то периодически появляются. Ой, что там, ну, флаг? Сделаю руку, тогда точно попадать будешь. Кого сделать? Рогу. Так, ставлю. Лучше сделай второй статик. Да, кстати. Вот это самый лучший вариант. Я выбираю, просто, ну, это сложно прям таких, имею в виду, качественно сильных людей найти. На 25-ке ты там Грул Магик, понятно, что там уже много кто подходит. Но вот это понятно, просто был бы онлайн эти люди. Или вот у всех у вас были бы вторые персы, которые... Видишь, вторые персы. Я попозже, когда у меня хотя бы там где-то 233-й хотя бы ДК. Делай не только во вторых персах, а дело в свободном времени. Это да. Ну вот перса доделаешь, будем собирать. Будешь собирать сам второй рейд, я буду подключать. Будешь водить два, короче. Вот доделай. Ну ты будешь водить, я подключусь там. Включай третьего, будешь водить три. Ну ты пока не собирай. Ты сначала ДК одень, потом вот можешь. Так, все тут. Все зашли. И ловко ты это придумал, я даже сразу не понял. Так, выкиньте хилу с первой очки. Гангрена, раскидывай кулаки. Я дам китайскую каску. Тут уж у нас нету вара, поэтому кулаки важно будет. А шаман будет тотемный P5 ставить. Анхоли, спекайся. Кого? Ты раскидал танка? По бафу. Да я вот думаю, что, бля, что нам лучше учитывать, баф ханта или... Нет, нету бафа. В смысле, так. У тебя волка нет? Ну, волк есть, но он не бафает никого. Ну, когда кусает, он там кидает баф. Не, у него там есть дикий рев же, бля, не помню, как такой там. Нет, они не бафают никого, кроме ханта. Не, он пойдет бафает. Похуй, тогда так. Я не знаю, кто больше задамажит, Анхоли или кто-то из друидов, или прист, в душе не ебу. Похуй. Каску дадут китайскую, не переживай. Я в шампу, в дебю или в танка? Ты сейчас в танка, давайте с Эвола сыграем. А про какой тогда Анхоли задамажит? А, базару 0. Ты прав, Энима тогда поменяю с Анхоли. Пейте фласки на ДПС сначала. Сейчас пьем на ДПС фласки. И танки тоже, да? Нет, танки пьют на саппроты. Хорошо. Анхоли, дать саппрот. И хилы тоже вам лучше выпить на саппрот. Я выпью. Намажьте грудаки. Можешь масло дать? Ну, тогда СС, наверное, повешу. Есть банк на Энима. Да, кидай СС на Энима, чтобы он БР дал. Взял. Вот. Что я хотел сказать? Ну, короче, выходит гармок, как обычно, его сначала подаван, убиваем гармока, в лужах не стоим, рядом не стоим, в лужах максимум 2 тика вытаскиваем, иначе развалимся. Вот. Сноубольно подводим быстро, вышли черви, огненную подаван держит, кислотную, Анхоли, подаван, прожимай айсбаунд, когда я скажу прожать, там когда будет плеваться. Вот. Да. Убили. Кислотную мы не убьем до закопки, она закопается, там нужно будет медики смотрите за лужами, когда будет активный огонь, ой, когда будет пассивный огонь и активная кислота. Смотрите за лужами внимательно, потому что в прошлый раз в лужах помирало очень людей,
И когда боссов будут разводить после закопок, не стойте все в одной куче. Вы там отвели боссов, вы разбежались. Понятно, что вам за спиной босса надо быть, но не как в прошлый раз, что все такие, блядь, сбежимся мы в центр, блядь. И все полутали брызги и умерли. Вот. Вроде все. Но на последнем боссе, кстати, давай метки лучше поставлю хилам. Там чего понимают, что делать? Да я думаю, понимают. Были тут сова, я не могу. Ну, знаете, что делать? Не нужно вам объяснять 10 раз. Ну, сове как РДД, чтобы типа в лужах не стоять. Да я же. Смотрите, хилую. В квадрате стоит шаман, в трусах стоит паладин. Чтобы вы рядом не стояли, чтобы обоих не заморозило и у нас никого не убило. Вот. Не, ну понятно, что шаришь, но мало ли там, ты 5 лет назад убивал нуба 25, я не знаю. 5 лет назад шарил. Да. Все, давайте, на готовность. Все выпили, грудак намазали. Я надеюсь. А нет, стоя, Валера. А я все сделаю, есть такого масла? Да, есть. Чего масло раньше? На СТП дашь? Да я забыл Феде отдать, чтобы сделать. Подойди ко мне. Я все выпью в момент, пока да, будет. Ой, в момент выходить. Не переживай. Ой, не то, бля, не ту дырку. Все. Нет, центр на входе. Кто запустил? Оставьте в центре выпили. Место для хилов. Выпили. Чтобы они до всех доставали и хилили. Так, тотема так поставим. Так, я слева примерно стою, гангрена, чуть правее. Можно тут вот да, место себе? Козырное ставлю. Первый подаван, да? Правильно? Да. Метку поставить. Где? Так, друли в раз копать, отлично. Так. И так. Так визуально легче. 4, 3, 2, 1. Сука. Да. Не стоим в огне, что полетит. Осторожно. Снобаль сейчас полетит, готовимся. Снобаль-то подвожу. Залили снобаль, да? Да сука ты. Быстрее сливаем, очень медленно. Я не могу отойти по домашним. Все, красавчики. Снобаль. Подходи, срывай. Новый снобаль. Блять, да ты заебишь меня нахуй. Снобаль сейчас новый полетит. Старого еле успели добить. Активнее играйте. Новый вышел, снобаль собрали в него. Блять, как он огонь под жопу кинул? Потому что, хуй знает, подводил, потому что РДД, и он же летит. Вот, а я же и... Чуть от босса отведите, чтоб в огне милики не стали. Я и так сделал. Снобаль дозаливаем, по-моему, на танке. Сыграли быстренько. Огонь лутаете или что, я не понимаю. Я не понимаю. Стой подальше от него, пожалуйста. Он хули там ебать стаков огня налутал? Ну, блять. Ну, он же не специально. Так получилось. Все кончилось там, огонь нормально. Огонь вообще еще был. Я что-то будет. Все добиваю. Убираю, нет? Да. О, 5 стаков. Сейчас нужно будет прохиливать вам хилы его. Жестко очень. Так, кислот на анхоле. Раньше не берите, не бойся. Бот нельзя по давану дать. Да не надо прохилить. Не так уж и много урона еще вначале будет. Миники, не лутайте лужи, стойте на максимальной ранже. А чё? Поехали, давай Геру. Дал. Максимально вливаемся в кислотную. Давана прохиливайте. На брызгах никто никуда не бежит. Если вдруг кто-то не знает. Стоим, ждем, когда вас разморозят. Скажу, воет, нажмешь, а лан сам нажму хилку, хуй с ним. Сейчас развернется, плюнет. Готовьтесь, хилы.
А подавай наплюнул. Рано я тыкнул. Вот сейчас скажу, ткнешь тоже. Ой, нажми. А, да, нажми все равно, на всякий случай. Только на хан подморозьте ханта. Вылезло это. Ну продамажьте, пока ее пока вылазит, а вон вторая. Все, заливаем вторую. Рэндж наберите, сейчас плевок будет. Нажми в мазбаунд. Так, ДК. Где плевок? Ладно, все. Оп. Нет, так нет. Она погибла. Рэндж по-прежнему стараемся держать. Бьем, бьем. Плюнул. А, вот он вылетел. Гангрен на тебе. Ага, держись. Похилил. Как-то, блядь, по-уебански тайминги слетели. Вы не можете чуть правее отойти? Да. Я не могу просто. Ага, спасибо. Все нормально, дамажу. Хорошо. Монки Андрей, сейчас да? Отметку или потом? Нет, потом. Хотя нет, давай сейчас, давай сейчас, давай сейчас. Гангрен, я тотем ставлю. Там уже будет. Отойдите в одну сторону, пожалуйста, все. Не отводите, осторожно, надо будет. Осторожно, сейчас будет лужа. Мы влево все сбегаемся, а ты ведешь про... Ну, то есть, ты понял, относительно крейда, как мы смотрим. Ну ладно, похуй. Рейд вправо передвинься. На подавание огонь. Лужа, лужа, лужа. Прохиливайте. Еще отводим. Добиваем, все уже, добиваем. Отлично, ТПС. Ебать там урона. Все, все сместились под 4 орды, хилы не забывайте. Зеленый урон льда. Нужно будет прохиливать. Как только начинают дышать, вы тоже прожимаете все, что вы в станах можете прожимать. Потому что сейчас нету кобы, чтобы он вам забивал. И разбегаться. Хан, давай им тоже это ускорение с рядышком с тобой. Жди их там. Локом. Ну, что, оба хила, что ли, замерзло? Ноль хила. Я, да, а второй... Не знаю. Я же сказал, встаньте в разные метки. Я к стене вообще прижал. Мимер. Меня отбросило далеко просто. Осторожно, осторожно, тихо. Все, отлично. Прожмите, если есть там припоты еще остались. Хилы распределитесь свои. Я слева встал от босса. Где он холли стоит? Сейчас гимноману, да. Гимноману скрываю. Да, меня заморозило. Заморозило, понятно, заморозило. Что Павел должен прохилить. Отлично. АС бандал. Хорошо. Это что? Локал сдох? Что? Фортун Чела на тебя бежит. А, пиздец, ты Никси выпал. Хуй вы говоришь. Фортун Чела. Ну, сними. Хан, ты можешь снять? Это не знаю, наверное, не сможет. БР будете давать? Да, скинь БР, Мипи, пожалуйста. Вообще, может, выступление показано, можно снять. Войд есть? Мана. Дать мана. Да. Не, почему не можешь? Хант вроде может. Нет, я имею в виду... Ну, Мипи не может, ну и БР. Навалил. Бля, прохил. А, нормально, спасибо. Ты не макинешь сейчас БР? Стоит, тут... я не могу его, ну я их не настроил, я вчера... На ханта. Ну бля, выбери его, вон он валяется, вот труп, и все, по трупу. В чем проблема? Эннима резни. К следующему боссу настрой. Сделай себе, я не знаю, какое-то... Что-то, чтобы можно было резать. Твой БР очень нужен. А у Хлоп не можешь? Уже резнул. Он уже потратил, но, знаешь, брать сову, и когда она не может БР тыкнуть, это плохо. Согласись. О, нормально. Поднял. Сейчас нельзя врезаться, иначе берса включится. Нам нужно его очень быстро убить. Нашего в стене был. Миби на тебя бежит. Хант, помоги ему убежать. Рядом с ним двигайся. Все, добиваем. Сейчас нужно добить, не добьем. Он в геро войдет и нас всех сваншотит. Нет, да, сэр, я дамажу. Мамки. Добили. Настрой себе пока что дрон. Латы, заебись. В
Скролите, у кого кожевка есть. Я же сказал, она будет. Запах, кстати говоря, очень хороший. У тебя кожевка есть? А, блядь, нет, сори. Это не... Я отступил. Нет, так-то Миби выиграл. У него кожевка есть, я посмотрел. Корольте еще раз, сколько же в кости? Миби, тебе не надо? Mm. Вот, у тебя есть, да? Мне впадло, смотрите. Uh-huh. Потому что... Фолипал, тебе нужны плечи? Ты же фолипал. Пояс. Надо. Пояс? А, тебе нужен пояс, да? Да. Все, ты нас забирай. Что-то он выглядит, как плечи аватарка. Надо тебе подаван. Да, там чуть-чуть прирост по меткости будет. Все настроил. Сори, блять, я воду прям вчера поменял. Вчера скачал. Просто ты заранее предупредил. Ты сейчас можешь, если я тебе попрошу дать БР, ты дашь, да? Миби, слышишь меня? Миби, алло, живой? Совы они такие, слегка крейзи. Омагад. Омагад. Меня слышно? Да. Я тебя три раза спросил, ты молчишь просто. Ты на тебя можно надеяться? Ты сейчас настроил себе? Если я скажу дать БР, ты сможешь дать? Ну, он говорит мне. Он, походу, нас не слышит. Алло? Не. Его не слышно. Ну, странно, когда в рейде сидишь и тихо. Типа, наверное, что-то у тебя не так. Миби, слышишь? Ну-ка, что-нибудь говори. Да, ну пиздец. Взяли сову. Не, он... Как бы меня насчет БРов интересует только. Чтоб не было такого, как сейчас. Взяли сову, хилить не может. Ага! Не говори. Я на шамане там накидал 62 тысячи, ебанарал. Бать, это я еще Снобальда два раза на силу задамажил. Ты, блядь, знаешь? Не спекнулся, ты просто не представляешь, как у меня пердак сгорел, когда первый же огонь на меня. Я такой, блядина ебаная. Я просто... Это нормально, он обычно в хилов попадает. Смотрите. Я когда в ИГ-10, не ИВК, ИГ-10 пошел, и где-то из 10 луж 9 были на меня. Посмотрите, сколько он холи хп. Да, нормально. Он холи, ты где-то 1 хп проебал. Ты что, не перфекционист ее-то? Все то, потому что ты андед. Огонь кинула, потому что РДДшник бежал со Снобальда под жопу босса. И он, когда еще был в РДД-зоне, огонь уже полетел. И когда он подбежал, огонь упал близко. Огонь уже прилетел. Да, типа... Это... Нет, это понятно, он же не видит жопу. Это... Жопу не видит просто. Да, вот есть. Души. Либо хотя бы... Там, подожди. Меня подожди. Вы даже не сказали, типа, отвезти. Ну, я это сказал. Понятно. Что, типа, я там делать, вообще, да? Не видел. Фласки на ТД? Мип. А можешь не перепевать. Тут одна твоя фласка, если ничего не изменит, а то, что сопрот, тебе тоже поможет. А тебе все равно, скорее всего, придется сферки ловить, инхоль. Только скажите мне потом, что у меня ДПСа нет. Я могу сейчас сказать. Еще меньше подавал. Я тоже. 2 ДК такие. Что это за банки? Бля, Миби, что там у тебя? Живой? Я тут. А, ты БР себе настроил, а если я попрошу дать, ты сможешь дать? Да. Все отлично. Так, слышно, так, но так плохо. Тихо, добавлю тебе. Да, если ты что-то скажешь во время боя, я вряд ли услышу, потому что тихо слышно. Ты его добавь, не так слышишь, Жень? Сейчас добавлю. Сейчас 150 я его поставил. МИП. 151, нахуй. Ну, у меня так же. Я смотрю, у нас это затесалась одна мадам, которая тупо смотрит, слушает. Ну а что мне еще делать? Я сделаю и гляжу. Я его в АФК закину. Да, закидываю без проблем, с музыкой сижу.
Обычно это бразилец играл. Локал, что, ты готов? Он души там с этим, с хантом. Ну, я ленивый, мне похуй. Да, меня... Заебали со своими душами. Не одна, но сильная душа. Я недавно узнал инфу, что если портал, который девах призывает, под конец хп застанет, он не призовет вторую. Ну, то есть, поняли, да? Да, кто стан может дать? Я подаван трехсекундный. Подаван может дать. Если ты изощришься, то кинь. А у него моментально. У нас сейчас ДПС столько, что он так и так вторую не призовет. Больше. Ой, ну хз. Не должны. Червей вообще уничтожили. Мы сильные. Не слышу вопросов, откуда у ДК стан. Едвор. Все про тебя знаем. Тактику объясняю. Короче, на костах, блядь, пиздец. Меткость пива. Танк позбиваешь, косты босс. А можно я, чтобы я не свапался никуда? Нет, у тебя меткости не хватит, ты можешь определенное место не сбить, потому что это магия. У танка гораздо больше меткости. Ты сможешь подаван позбивать косты? Да, да, могу позбивать, у меня 8%. Вот, сбивай косты, и у нас только ты и я, Валера, можем, и Войд. Ну, тогда Войд, диспель, стаки на тебе. Это. Я главное. По возможности помогу, если как бы не надо будет хилить, я с диспелем, мне не жалко. Ну, главное, Войд, все, стаки твои. Если босса будем, ну, мы будем свечиться куда-то, ты все равно стоишь дистаки. Либо возьми себе в цель, ну, лучше, конечно, свечиться. Возьми, запомни себе в цель и стаки мониторь. Главное их забрать. Слышал, да, Войд? Угу. Все, отлично. Так, каску сейчас дам. Где это, блядь, хуйня? Я гангрена с билдом на боб. Че, мы этот рак для РБК, блядь, сделать не мог стан. Выходит ворота с телками, ворота заливаем. Телок заливаем, чтобы они хилом косты не лили. Выходит вулкан заливаем под геру первый. Вот, подаван на каждых големов сливай айс баунти, я тебе не буду говорить, сам тыкай. Главное, не как только появляется, это голем. Как только голема начинает лить, тогда я сдавай. Да, можешь холипал взять огненную ауру и во время этих големов прожимать мастера. У тебя же есть, да, мастера? Если голем... Что? Понял. Если голем рядом с паладином падает и начинает уешить, если ты ему даешь стан в каст, он сбивает. Я знаю, но у нас станов мало, если кто-то я может... Я паладину говорю. Паладину это говорю. Да, в любом случае стан это хорошо. Так, тотем оставлю под боссом примерно, чтобы это... Кому хаста нужна РДД. Что я забыл сказать? Лужу уносим, никто не стоит. Я в прошлый раз попробовал лужу постоять, меня нахуй убило даже. То из-за того, что ШП даже не помогло. Лужу носим баблом и... Ну, тут только баблом гангрена можно снять. И метки про хили вам буду говорить. Репоты не забываем пить, я скажу. 5 секунд осталось. 3, 2, бахайте припоты. Поехали. Косты, да, танк отлично. Да я. Танк, не забывай про косты. Шаман может промахнуться, у него меткости не хватает. Можно под конец бить. И желательно, да, бить ближе к концу, потому что он когда кастует, не бьет. Ворота сыграли. Все свичнулись, не докастовываем, не ждем ничего. Максимально быстро убиваем ворота. Все, в телку сыграли. Энима побежал. Ага. Остается у телки там 200 тысяч, бьем босс. Ее закрывают. Легко. Косты не забывай, там потенциал прохит. Да не... Я... Все, бьем босс. Телку добейте, милики, а все. Милики есть там? Добьете телку? А все отлично. Анима. Припоты у кого откатились, нажимайте, не забывайте. Появились инферналы. Поехали, Геро.
Бьем вулкан. Вулкан быстрее бьем, очень медленно сливаем. Поехали в голем. Ну вот и Коба. Прохильте Войда. Добивайте голема, кто за ним бегаешь. Ну хорошо, все, поехали к боссу. Фортунчел они прохилили. О, ну там почти прохилили, был много не нанес. Сколько так много кнопок-то? Сова сильно далеко стоит, не достаю. Немножко передвинься вправо, Сова, пожалуйста. Ага, отлично. Тотем прохиливаете. Валеру стаки, ага, хорош. Это не я, это я сейчас не... А, Энима на тебе опять. Пиздец, шо тебя везет так. Прохилите Энима? Да, он нормально все. Отлично. Давайте, может, до вторых големов не доживем, если нажмем. Поехали в портал. В портал заезжаем. Быстрее гангрену прохиливайте. Бабу вы сыграли. Также до 200 тысяч потом босс. Локал. Ну тебе огонь, да. Стаки. Видите, босс. Босс. Поехали. Бля, больно, пиздец. Нет, все-таки зальем големов. Кто там прохильте? На верочку. Я сильный сам себя прохилил. Гимн на ману. Надо ману? Гимн на ману дал. Я не выебываюсь. Мертв, у тебя, Валер, огонь? Ну, я понял. Бля, или добить босса. Прохильте локал мана. Лям, а конечно, добиваем. Босса. Прожмешь ДК, вы прохилите фулл босса, играем. Заливаем босса. Босса добиваем. Прожмите все, что есть на защиту, нажмите. Осталось 5% вы не бить. Больше портал будем бить. Красавчики. Блять, я буду больше ДПС. Бля, ебать. Рольте сферу все. А шо такое лут говно? Лут говна. О, 299-ки. Я надеялся уже кинжаль... Перероль типа даван, Миби. Ой, пояс сова тебе нужен? Кстати, вот еще одно место... Сколько кому нужен пояс? Но в спеке там кто-то. Еще одно место, где бы стан быстро бы зашел. Наверное. Все, больше никого не нужен, бля, с роллом один забираешь. Да, он, блядь, заебатый, но дух лишний стал. Нужен кому-нибудь кинжал? Это тут кроме ханта, по-моему, никому не нужен. Вообще, да. Даже... Он выглядит охуенно, можно за ролью? Не, он мне не нужен, он такой есть уже. Пароль тебе на трансмог? Все пароль? Ну, ёпта, локал, ну ты чё, он прикольный же, ну нахуй ты такой. И вся вредная. Так он выглядит хоть. А не проще его забрать с ИК обычки? Мне нравится. Он тут светится чуть-чуть другим. Так, я запускаю, отходите, сейчас чемпионы выпадут. Мне щита нет, ебать, мне сейчас ебало оторвут. Вот сейчас не затупите. Тут надо сконцентрироваться. Смотрели видос, да, этого Барамира? Юзайте на броню. Да, это понятно, что все можно выпить, но если у тебя ее изначально мало, он же не пересматривает не сразу, даже если ты заранее выпьешь. Изначально зато не сагрится. Сагрится. Как они сагрятся, если у тебя ее много? Брони. Ну, есть, хуй его знает, какая логика, да, допустим, вот банально. Шаман стоит, у него брони больше, у него щит. Рядом стоит прист, у которого брони меньше. А зачем мне три стрима включили? Блядь, где стрим запустить еще запустить? А гриться все равно не на приста, а на шамана. Где логика? Хотя у шамана и здоровья больше, но не больше. Я не знаю, что смотри, кто тут. У нас два друида. Это два корня, два вихря. Все понятно, так. Так. Локал, ну ты знаешь, кого ты контролишь? Два Эридара. Шо, милики, энх там, рога, бля, ебать миликов, ДК, это пиздец, у нас с миликами проблема, потому что вы хуёво их катите. Обычно с РДДМ мы вообще... Купала, сольём первым, заебись бы. Да, хуйня будет. Мы под бурстом, есть хил или нет, очень быстро сливаем одного, если убьем хапала, у нас кто-то ляжет в то время. Лучше убить кого-то ДДшника, который будет
раздражать. Того же Милика Шабаш, например, залить. Либо у нас, видишь, два Редара в пати с Дворфом. Потому что они дамажат больше всего. Да, лучше вообще ноги могут сосать. У нас два друида с корнями и с вихрями, и два ДК с оковами. Да, понятно. Рога тебе в корнях не прыгнет за спину, кстати, я не знаю. Если ДК будет кидать, который второй окову, чем он, блядь, дамажит? Давай поменяем друидов. Нет, тут-то главное не дамаг. Удар чумы, кровавый удар. Давайте это. Тут нужно слить одного милика, потому что их сильно много. Тяжело будет законтролить. Давайте рогу сольем. И потом ШП сыграем. Вот. Хилов напоследок уже оставим. Локал там по контролю так, чтобы друг вообще ничего кидать не будет. ДК, тебе нужно будет ДКшника забирать. Вот. Тебе нужно будет оковы на него кидать. Там айсбаунд прожимай, когда он кому-то подбежает. А очень это хорошо. Разве не энх? Я знаю, что это энх, я же сказал. Три милика, это энх? Да, ну, нет, блин. Я имею в виду, а может быть лучше ДК, пусть энхом дрочит. Да, тебе энх замедлять тебя не будет, от энха можно убежать, а вот ДК тебе кинь такого или притянет и пизды тебе валит. Сука, энх и косты собьет, и, блядь, да, пиздит больнее. Если на тебя энх сел, ты от него бегаешь, ты не кастуешь. Короче, ДК держишь ДК, максимально его контролишь, заливаем рогу. По контролям Миби по контроль энха, покидай ветерки, корни, все, что можешь, в него скинь по очереди, чтобы он максимально был законтролен. Слышал? Ага, хорошо. Так, локал занят. Энима, тебе нужно будет покидать тоже ветерки в паладина, да, скидывая ветерки в паладина. И Валера тоже возьми паладина в цель. Когда на него ветерки последние скинутся, кинь ему жабку. Понял. И косты ему тоже бей. Держи его в цели и косты. Понял. Вот. Так, что у нас по костам, что осталось? А, Анхоли, возьми себе запоминание жреца, собьешь ему первый каст удушения, чтобы мы пока бьем рогу. Приступ вообще ничего не кинул, хорошо? Постараюсь. Все отлично. Ну и что у нас еще можно? Ну, хант, если там закинешь кого-нибудь, заморозишь, будешь кордятина. То есть, если ваша цель заморожена, которую вы контролите, ничего в нее не кидайте, после заморозки кинете, да. Лужу, да, будет отлично. Кинь лужу под нас, Валера, поставь тотем, который замедляет, и который спас. Конечно. Все? Я ничего не забыл, вроде ничего не забыл. Ну, главное, смотрите, здесь миликов много, они будут бегать за РДДшником, у кого мало брони. Вам нужно не дамажить, а бегать его кайтить. Не нужно там пытаться нести максимальный ДПС. Чем дольше вы живете, тем дольше выключен этот милик, если он на вас. Вот, по притяжкам у нас, в принципе, только Анхоли, поэтому тут стенка на стенку будет. Почему Ападаван? Ну, он-то свою цель будет вытягивать. Не, ну немножко. Да, да, да. Каких-то бафов у вас нет, скажите. Всех все хватает. Все, давайте даю отсчет и... А, давайте Геру подождем 2 минуты в пизду, лучше подождем, чем попытки слить. Коба, ты что делаешь? Ну-ка, отвечай. Вообще у нас друиды, конечно, если заморочатся... Коба уже вроде вышел. Друиды, если заморочатся, могут одним кидать циклон, а вторым миликом кидать корни, и все. Не, там я два друида на 2 милика посадил, они их будут держать сами. Одному мы зальем, и все. Так будет проще. 4 человека. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну так, нет. Чтобы они не запоминали там кучу целей, не терялись, одну цель дал, и все, ты ее как-то... Гангрена, ты главное не стесняйся, если видишь, что какого-нибудь, ну, меня, допустим, хуярят ногами, кинь не боб. Там ну, бабл, если что, всегда можешь уйти. Да. Не кидайте только массовый, там, мор, ШП не кидай. Свою, я не могу без бомбочку. Вот, и все остальное. Ну, тотем там не взрывает. Анхоли, ну ты воздержись, пожалуйста, с мором. Ты контроль сбиваешь у чела. Это я думаю, он это... очень толстый сарказм. Да Старфол, я думаю, если с пула вот сюда вытянуть, можно юзнуть. Да не надо юзать. Ну, знаешь, сильно там ДПС до небес не поднимется с Старфолом. Вот какой-нибудь контроль... А какой контроль она собьет? Ну, эти корни.
Корни процентально по урону. Ты хочешь сказать, что сова оторвет 100 косарей? Ну, знаешь, лучше не рисковать. Нахуя? Зачем? Что тебе это? Он Starfall даст, как бы других подамажит, а, ну, где-то отхилится тупо и все. Ну, а отхилится, сингл, но он все равно накидает. Просто, чтобы сбить жабку, корни, нужно внести, по-моему, если я не ошибаюсь, 20%. Не, ну зачем это делать? Зачем от максимального запаса здоровья. У нас нету ни шипа, ни этого, ни покаяния. Нам вообще похуй. Значит, я кидаю мор? Ну, вообще, в теории, да. Все, вот. Если что, виноват Валерка. Нет. Просто, ну, действительно... Да, сбивать... не надо. Сейчас вот, блядь, я кину ебаную 4-4, кинет, ну, этот Войд, ты дашь мор, блядь, звездопад, нахуй, пиздаем, мы ляжем. Все сразу упадут, и все. Тебя, ты хочешь сказать, что вы вот этими ОУЕшками с лишним тысяч урона... В прошлый раз мы сбивали контроль. Я не знаю, что ты говоришь там в процентах, мы сбивали этот контроль случайно. Жень, еще он сама вместе с... Просто не знаю никакой ОУЕ, не придумаем ничего больше. Давайте, арчей, погнали. Хорошо. Я с ним согласен. Ну все, даю отчет и поехали. Рогу гриппа? 5, да, 4, рогу гриппа 3, и в рогу поехали. 2, называют свои цели для контроля. Массовыми не бить. Если что, ДК подхиливает паладин его. Ну что там, что там? Поехали. А, локал, я тебя играю. Беги, беги, локал. Беги, беги. Фир, масс фир слил. Ой, ты же тоже массфир подойдешь, если что. Гангрену там. Пизда. Валера, ты подиспалишь основную цель? Не могу, я же. Ладно, я сам подиспалю. У меня играет сейчас, я пока побегаю. На мне Шабад сидит. У него есть контроль? Ох, нихуя себе. Шабада есть контроль? Все. Отлично. Шабада никакого контроля не летает. Отбегите от него. Боку, дай по шаману. Диспел, диспел, сроки диспел. Много или. Треснете? Дай мне БР Войда. Нахуй ебать, я бегаю. Мы рогу сегодня убьем. Миби, дай БР Войда. Энха, снимите с меня, пожалуйста. Ну замедление какое-то. Миби, ну он что это сделает? Минимум скинь БР в тотем. Ой, в мертвый. Да не надо, я встану сейчас. Сейчас не надо. Давай, тогда Войда скинем. Масфиры сейчас скину. Блять, он пока БРил и убил. Миби, скинь БР в Эниму. Да он вон он на месте стоит, нихуя не делает. Отлично, Энима, скинь БР Войда, бегай. Войд, тебе дадут БР, подбеги, дай Масфир. Да, меня хуярят ногами. Бля, да отъебись ты от меня, добивайте рогу. Все, потому, меня что... отпиздили. Все, Миби отвалился из дискорда. Да блять, сука, ну как же меня это раздражает. Добивайте. Чем меньше будет, тем будет проще. Я диспелю. Поехали в шопе. Бегайте так же от милика. Вой атмосфер не забывай скидывать. Локал. Локал, локал, беги. Этот энх ебанутый. Корни дайте, ёп. Энима, можешь корни энху давать? И, ну, контролить, короче, его. Тут Войд, Войд, бегай, Войд, тучку там, портуйся, я не знаю, что угодно делай, просто беги, бля, ебать на тебя говна. Это пиздец. Энг дамажит на раз больше. Вот ты и зашел. Ребят, меня слышно? Да. Ты сейчас в бою или что? Сейчас дали, свет только что дали. Сейчас я включаю ком. Подожди. А мы уже бьем. Мы ждали этого ОБР, отвечали. Все, ладно, ну что, сейчас мы босса бьем. Гангрена в тебя играют, беги. А уже нашли, да? Тихо, 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 тихо. Замену нашли? Тихо! Нет, хорошо. Нет, не нашли, дружище, не отвлекай. Так, даем, блядь. Давайте, играем, играем, что-то. Пал стоит хилит нон-стопом. Холи даю. Сейчас. Ну, я понимаю, у нас же кто-то паладина контролил, нет? Там друид еще, ходки две повешал. Бейте от меня, сука, наконец-то. Добивайте, я не могу. Да, локал упал. Друида никто не контролит. Я заебался, ну, типа, я от них уже сколько бегаю.
Я не бью, просто бегаю. И не спалю. Ну вот, заебись, тройно, мне нравится, охуенно. Провожу проверку, все готовы и вылетает человек. А он прям на самом проверке, он в Дискорд написал, что у него свет вырубили. Ну, он успел 84 урона нанести. Огненный щит был, его ударили. Заебись. Что и требовалось доказать, он хуярит гораздо больнее ДК. А ничего он не хуярит, блядь. Это так же, как да, и все остальные. Он на меня Энг сел, я, блядь, убегал от него, он меня, блядь, ударил. Я подошел, с удара бури снес 80% здоровья. Ну и чё? Ну прокнуло у него, блядь. Это же не значит, что не хуярит. Не знаю, второй раз подошел, то же самое сделал. Почему у меня Энг два раза на меня сел и два раза не смог убить? Хуй его знает, Жень. Ну, удивительная история. Смотреть надо, где он двигается, не ждать. Ну вот, как я понимаю, но его-то никто не контролит, потому что ДК сидит на ДК. Я вообще-то и это и Жене помогал. Не, я понимаю. Я там чуть ли не знаю, танцы да с бубнами делал. У нас проблема была, потому что не было человека, который контролит. И БР не может дать, что его не было. Миби, ты заходишь? Да-да. Пошел, блядь, я опять ждем. Набивать. Что, запускаю пока, пусть появляется. Да, запускаю. Нам мы проще проходим, когда РДДшеров много, но нам их не дают. РДДшников законтролить проще. РДДшников, да, У нас просто люди бегать не умеют. Вот у нас человек садится, и он практически сразу умирает. Ну, говорю, я вот бегу-бегу от Энха, да, банально притягиваю ДХ, я пока... Я особо и сейвит, просто нечего, только тотем под всем можно. Я в полете ДХ меня притянул, я мимо Энха пролетал, и он мне дал в полете удар бурю, у меня слетел 80% здоровья. Просто мимо пролетел. Почему меня ничего так не отшотил? За мной ДК с Энфом бегали. Хуй его знает, Жень. Ну, видимо, по мне крит прошел. Эпические истории какие-то. Не, просто тебе... Я на себя щит земли... На себя щит земли даже вешу. Блять, ебать, сова ебучая. Рок. Вау. Так. Вар. Рок, вар. 3 миллика. Я понимаю, Нима. Но тут все выполняют много задач. Я тоже и кайтить начинаю, и рассеиваю заклинания, и урон мне нужно вкидывать. Тут все выполняют много задач сразу. Да, сова бьет больно. Да, 3 милика, да, пиздец. Ну, также ДК садишься на ДК. Ой, на Вара садишься. Вот. Миби, ты можешь поконтролить? Все в порядке с интернетом? Нормально работает? Да, у меня все нормально, просто свет рубанули. Я сейчас захожу. Я понял. Так, ну тогда Миби законтролит Рогу, Энима законтролит Паладина, ну, корни ветер. Локал, садись на друля. Давайте забьем Приста сначала. Приста? Угу. Ну, он сможет друиду один раз только поферять его, он же не банится. Ну, мы за это время Приста убьем. Потом сядем на друле. Все. Приз ДЦ? Ну, я не знаю, но хил он. Просто он масферы дает, диспелит и хилит. И он тряпка, его можно быстро слить, и много чего неприятного уберем. Когда уже сядем на сову, там уже и косты будем сбивать. Аргумент. Что у нас? Валера, покидай жабку в шамана и позбиваем косты. Угу. Ну и также хан под наслужу. Что по контролю у нас? Ну, Анхоли, выбери в цель друля, когда его уже не сможет контролить, когда фера не будет, и он будет кастовать, сбей ему один каст удушения, если у тебя не в КД. Скажите, когда это будет? Ну, ты, он же у тебя, он тебе локал крикнет. Когда он... Нет, я про то, что в смысле кончится все и нечем. Да, локал тебе крикнет тогда. Там только феры, там все, ну, немного чего. И все. Объем? Миликов, блядь, ну, вы понимаете, что когда на 25-ке выпадает максимум миликов, это охуенный расклад. То есть, если люди кайтят, с миликами намного легче, что они не вносят столько урона, как РДД, который ваншотит. А мы, наоборот, стираем на миликах. Что неправильно, это значит, что мы плохо кайдим. Миби, ты заходишь? Что-то ты так долго заходишь, прям... Не знаю.
А был бы у Варлока. Да, уже загружается у меня этот экран. Экран загрузки. Коба, ты тут? Да, он же пишет. Пишет. Его в Дискорде нет? В чатике. Голосовом так пишет. Это играл кто-нибудь Grim Dawn? Да, да. Че, нормальная игра? Да. Пиздатая. Мебед зашел? Китки же с ними. Все, он тут. Миби, слышишь меня? Еще можешь, Disciples. Liberation. Недавно вышло. Да, я тут. Я сейчас подождите, с компа зайду в Discord, я в телефоне сижу. Давай. Бля, что прикупить-то такого? Че не смотришь, уже есть, бля. Фарзу пятую возьму. Мне не интересно гоночки. Grim Dawn заебись, да. Ну я вот скачал. Как вот. Titan Quest, только круче. Я Titan Quest не играл. Ну, прикольная игрушка. Ну, Diabloid стандарты. Я понимаю, что очень большое выбор класса. На выбор. К любым вооружениям, каким ты хочешь. Я хочу, короче, про товаром быть. А это там... уже ты сам. Я тебе к тому, что в смысле там можно делать все, что ты хочешь. Можно сделать там мага пара. Солдата, солдата с посохами солдата там, блядь. И ну от этого у тебя различный геймплей, там билды, шмот, все абсолютно разное. А что если чем... один класс только качать, второй не выбирать? Не, это заебись. Это с одной стороны заебись тем, что ты будешь, ну... Не, там в том плане, что заебись у тебя будет, что ты доберешься рано, если играешь в коопе, заебись то, что доберешься до каких-то последних навыков, ну, рано. Но второй класс тебе в любом случае придется выбирать. Просто играя в два спека, как все билды построены, у тебя гораздо больше возможностей, чем у одного билда. Ну, у некоторых билдов последние таланты заебатые прям. Давайте, Арчеда, погнали. Вот здесь, тебе нужно контролить робу. Сможешь поконтролить? Корни, ветер. Кидать. До упора. Ниби. Очень сложно. Охуенно. Так, все отлично. Все свои цели помнят. Если не помнят, нажмите нет. Она помнит. Если бафу каких-то нет. Или что-то еще. Локал. Ну все, ты, короче, ничего не делаешь. И мы вайпаемся. Мы вайпаемся и делаем 10 попыток из 50. Так, играем в приста, потом играем в эту сову. Где приста может? Переп стоит. Еще раз проверяем. Я по дисполить играть не смогу. Я по дисполю. Все, поехали. Давайте отчет кидаем. 5, 4, 3, 2, 1. Тащи его сюда, будем пиздить ногами. Ждите здесь, ждите, сейчас летать. Ебать, там подаван разваливает. Геро. Расслабься, все нормально со мной. С мостиков не уходите только. Я держу пока. Пока у вас есть время. Подаван. Не умирай там. Добивай. Да ебаный страх. Да все, нормально. Добиваем, потом в салон. Подаван не умри. Салон, чай в крест играет. Да, проклятие есть кто может снять? Нет. Понятно, сам только я. Сфир не забывай будет скидывать. Косты бейте сове, не забывайте. Сферу еще раз. Рок. Контроль для своей цели. Контроль. Блять, нихуя. Есть БР Миби. Ага. Миби. Ага, отлично. Это встал сразу дисплей. На мне сидит рога, если что, можешь законтролить? Отлично. Хорошо. Играйте в крест. Да ебано отстань. Потом в Самула играю. На него поставил череп. Жабку дал ему. Пытался я бегать, сука. Самула, поехали. Миликов много до сих пор, поэтому бегаем, не забываем, феры там все остальное давай. Зря ты его туда в кучу втянул, в милик. Они тут все попробуют. Ну вот именно, что этот... Зато милик, а, милики что? Бегали поэтому. Если кому-то там сложно, я подбегу, дам фер. Диспелли основную цель. Следуйте кашу.
стан дам, если что. Вернул. Можете массовыми начинать бить. Разбил. Сова, отойди. Кто? Шокула, Шокула. Бля, Жека, беги. Шокула, Шокула, поехали. Добиваете? Добилец? Да, может, Рогу сольем? Не-не, бьем Шокула. Он мозг ебет. Тех контролят хорошо. Роги даю жабку. Ой, хорош. Да, иди нахуй, я. Отъебись от меня, пожалуйста, ебаный ты, блядь, Шокула. Тотем даю от тебя. Да сука! Нормально. Да сука! Ха-ха, блядь, я с контроля не выхожу. Нормально. Все, пока что, чипы-пуки. Там в рогу. Чего сразу нельзя было так охуенно разбегаться? Что у нас не хватало одного человека на контроле. Согласен. Иди нахуй, рога, блядь. Ебись это. Дал, потом грипп мы отходили. Тотем поставил. Ебать! Ебать, ты грипнул. Кош. Да я грипнул. Сейчас надо было дальше отойти, чтобы он не прыгнул. А ему похуй, ну, через полкарты приедет. Ну, тогда можно было и не грипнуть. Да нет, почему? Время выиграл. Плакали наши 50. Ну ладно, пусть. Сова, тебе нормально типа впитывать урон, я не пойму? Да, один уже стоит, похуй, в принципе. Сова, она как медведь, ей похуй, у нее брони хуево гора. Сова, она как медведь, только сова. Да, она может... В принципе, быть... все как медведь, только не медведь. Только медведь. А, я думал, это сова. Ля, масс, ну давайте. И крылья, смотри, и бабл. Ебать, хуета ты волшебная, блядь. И крылья, и бабл. И бабл. Супер пал. Че, триня? Блядина. Хуй триня, да нахуй. О, кинжал нахуй. Рольте сферу. Давай лучше кинжал. Ебать гингрена там. Ты что там? А тебе фетиш нужен? Вот, вообще? Конечно, я. Рольте фетиш. Я с говняным фетишем хожу. Этот мне больше прибавки даст, конечно. Сука локал, блядь. Да ёбаный, я уже почти тебе передал. А кинжалчик параллельно. Кинжал с интой рольте, кому нужен? Да, подожди. Пожалуйста. Да сука! Почти, почти выпал. Бля. Это была моя мечта пуху какую-то забрать отсюда. Мибе, а тебе точно нужен? У тебя 245-й? А она с дыркой. Ну понятно, что с дыркой. Ну это бис. Но если свечение упадет, мы можем слапнуться. Не, с печеньем не надо, забирай кинжал. Нормально это дал? Нет, логично так он сказал. Так, что, здесь в одного танка или в два? Кто-то запустил, я не знаю. Так, защита от огня, аура. А у вас лог за душами убежал? Да ничего страшного. Это его проблема. Абсолютно точно. Согласен. Ну шо, хан собирает, в одного танка побьем. Да. Батечка сейчас порвется. Ставлю, там я один умирал, поэтому для себя ставлю. Хан, тоже. Где там чё? Души ваши? Давайте быстрее. Пейте сопроты, перепивайте. Ну подожди, сейчас я соберутся и перепьем, чтобы времени тратить. А зачем перепивать? Думаешь, зачем что-то... черную взял, подаван? Сейчас все будет хуярить. Давайте, потому что много урона массового. А нашего урона и так достаточно, но лучше вы будете живые. Я про то, что у меня, допустим, сопрот еще 10 минут. Ну, я тоже. Тебе никаких проблем. А у меня 2 часа. Поменяй, подаван. Лучше а часа, да я еще поменяю, я по приколу взял. Мы все равно лока ждем. И ханта, они же это оба из этих. А, из геев? Нет, из-за редаров. Еще 20 200. Коли ты рад, что реворк способности будет скоро. Да, я степнусь в Бладельфа. В редар. Нет, в Бладельфа. Редар. Что-то я не видел таких новостей. Где вы это смотрите? На... Я скинула в чат гильдии. Посмотри, Войт. Там новый Войт.
в ВК но... закинули. Они, короче... Сомневаюсь, что они добавят Эридаров. Энима, подойди ко мне, у меня есть. Я тоже они... думаю, что Эридаров вот... слишком имбо. Энима, вот я прошу. Кратко так... говоря, блять, ладно. Люди, я, больше уверен на 100%, что 90% паладинов и воинов станут орками. Слушай, я тренер уже могу уже поменять. Да. Я бы тоже стал орком, если бы тупо ПВЕшил, потому что это круто. Но... О, там пиздец. Так, все, хорош пиздеть, давайте перепиваем саппроты. Я возьму за ПВП воды. Махайте саппроты. Ага. Рыбку там кто не поел, поешьте, возьми сферы, кто не взял. Либо может это на другого эльфа. Мили, что не хватает? Муналик. Каску сейчас дам, да, забыл, согласен. Все, ты как готов зато. Дал. Ну, ты как да, Валера, можешь метки ставить? Хуя. Вот тебе... Гленна, если что... Да тихо. Гленна, если что, сальву держи, я тебя попрошу, либо в чате напишу, либо через голос мне кинешь. Дал. Сейчас я загружусь. Это кому? Локал. Лок. Танку. Лок челло. А чё, хилам прям метка реально нужна на танке? Ну, приятно, знаешь, легко выделять, находить среди кучи. Да. Находить среди кучи, и я, который посмотрю по ХП, вот он танк, больше мне ничего не надо, нахуй не, метки ты не смотришь, наоборот что... Ну как вы, подойди ко мне, я тебе дам саппорт. Как вы готовитесь? Ты смотришь по ХП максимальному значению? Вот я прыгаю. Ну смотри, вот у меня прекрасный хилбот, и мне наоборот там метка мешает видеть бафы, дебафы, все вот это хуйня. Есть 3 голды. Мне ничего не мешает. Эта метка, мне она наоборот позволяет танка моментально из толпы увидеть. 73 голды. Ага, но 200 голды стоит. Фласка, 73 голды. Валер, у меня ну, просто на танках всегда висит две ходки, а на столих одна, так что мне легко увидеть. Заебали, короче, давайте проходить, а не пиздеть. Да, и все, рот закрыли. Ты тоже, Катя. Ну, встали все метки, давай. Пять. Ну, так уже настроение пупает, после чемпа. Два. Один. Не грусти. Никто не дамажит, ждем. На пулы только могут, может, хамбить. Ждем, пусть чуть-чуть наберет огромника. Ждем. Все, поехали. Раз приспособлен до памяти. Ну что, блядь, я? Поменяли цвет. Намажем в белую. Все в белую заезжают. Быстрее. Танк соб... А, сбейте любой человек, другой. Кните с белым. Растерялся. Перебежали, танк нажми избам, побежали. Все в метку становятся в белую. Никто не ждет. Рядом не стоит. Люди, вы должны быть все с белой меткой, кроме фунта. Если у кого-то вдруг черная, блять. Да. Я смотрю, много белого. Кого-то в центре стоит. Черная. Я какой-то долбоеб, должно быть черное. Да, должно быть черное. Сейчас будет спецспособность. А воет что ли? Не знаю, может кажется. Это я. Ничего да, не меняется, тьмой стоим, остаем. Фанта прохиливаете? Это я ебла. Бывает. Бам, опять его урон выключился? Да. Бля, пиздец, неинтересно, только разогнался. Спецспособности. Свет взяли все. Взяли все свет. Да, не стойте прям в ней. Дамажим темную, череп поставил. Энима, анхоли.
Не знаю, почему по-моему. Геру, давай. Не надо. Да, блядь, Жень, ну, давай. Ну я слил, я же сказал не надо, блядь. Ну сорян. У нас просто смотрю на всех бурсты прокнули. Да смысл, все равно и так убиваем. Ну тоже верно. Сорян. Да ладно, она еще успеет откатиться, пока бы. Парольки двуручку. Ловкость, вынос. Фонту не надо. На оф спеки может кому-то надо. Бать босс калечный, блин. Ты на оф спек или на трансмок ронишь? На трансмок, естественно. Рольте там на трансмок всем, кому надо. Кто может носить? Меч. Хоть не один. Рольте сферу. Бля, да близко уже. 86 ровно, ёбаный рот. Парольте тапки с духом. Да, что, больше лута нет? Не нужны больше никому тапки. Мало. Короче, я не знаю, что за хуйня, но сова ебанутая. Она набирала агро, пиздец. Я, короче, до смены этого, ну, цвета, когда вы меняли цвет, я менял цвет, короче, чтобы вторую удержать на себе. Там в два раза срывалось. А вот такая, такая же хуйня происходит с Элимом. С магом. Да, с магом, но с Локом почему-то такая херня. Ну, ты кто? Фаермагом с Элимом и с этим. Потому что он, ты бьешь в основную цель, я не знаю, насчет. Нет, там прям нереальное количество агро. Просто я не могу столько выдавать агрессии, сколько они выдают, серьезно. Я, у шамана вот... и фаермага все это легко. Ты ну, пойми, просто то, что в Омане, блядь, 20 тысяч просто, оно висит, 20 тысяч агрессий в секунду, но это нереально просто. Я просто меняю сферу, и тогда я его могу только держать. Я понимаю, но говорю, тут не знаю, чем это обусловлено, учитывая, что ну у Фаера и у Элима легко понять, почему они срывают. Они, грубо говоря, бьют в основную цель, основная цель получает увеличенный урон, соответственно, рикошетом, грубо говоря, там, от цепнухи, от взрыва. Получает урон вторая. Она получает ну, процентальный урон, ты ее не бьешь. Файер взрывает только живую бомбу, она не очень много по области. Вспламенение. Нет. Он на обоих бомбу кидает. Да, так она... даже не файер, арканы же срывают. У нас Сурижа, он как бы особо сильно 4-4 не дамажит, он срывал. Нет, у нас Сурижа срывал просто. Но у него не 4-4? Нет, у него вообще с этой никакого. Да, хуй его знает. Он у нас, я помню, у меня просто наглухо сорвал, у меня хожу во сне, хотя он просто остановил ДПС. Если ты вспомнишь. Он холи, только нажми с подавана. Хули он холи, блядь. Я говорю, я обоих озвучил. Полгода назад, помнишь, ты нажал один раз, все, пиздец. Теперь всю жизнь, блядь. Залетаете, жуков, пиздите. Погнали нахуй. Ласка все равно закончится, так что подождем. Так, ну, тотем я поставлю на последний. Я единственный шомин. Так, где он, блядь? Не стоит его поближе. Монки, ты на сферах, как обычно. У нас только гангрена с бобом сразу его скинет. Если у тебя успеет откатиться, боб, ты напиши или скажи. Я могу забыть, что он у тебя еще и откатиться может. Там... когда он еще нужен будет. Вот. Так, никто не умирал, рыбу не надо ставить. Посмотрите свои чарки на грудак, обновите, если что. У кого заканчиваются фласки, перепейте еще раз. Что у нас? Сапроты? Да, что? Сапроты. Так, сколько там? 10 секунд. А что у нас? Гера? 6 минут? Ну, да, ничего страшного. Мы вполне успеваем. Ну, то есть откатится. Да, пока сейчас еще договорю. Так, смотрите, ну как обычно, анхоли босса отводишь, когда вторая пачка приходит, за ним, Валера, ты его бежишь, подхиливая, чтобы он не развалился. Лепал здесь останется, дохилит. Ну там тебе особо не надо потеть. Вот, выходит первая пачка, воид поконтролишь, моба какого-нибудь любого дальнего. Давай метки на всякий случай поставлю. А, бля, Валера, поставь, а то у меня опять выебывается. Куда? Воид слышал, поконтролишь? Угу.
Все, одного моба в контроль кидают, а второй моб пробегает мимо, его подаван ЛПХ притягивает. Никто не бьет, пока он не добежал до танка. Не нужно его дамажить раньше. Добежал до танка, вливаемся в моба фокусом. Моб начинает умирать, там его анхоли притянет. С первой пачки анхоли притянет, который в оковах. Выходит вторая пачка мобов, то же самое. Дошли моба, анхоли уводит. Подаван стягивает там. Первого там уже половина осталось, хп, второго притягивает и убиваем их быстренько. Вон босс там закопался где-то у воды, мы стоим здесь. На кого кидается цель, конкретно ему даст боб, не забегайте сразу. Не надо геройствовать, у нас хватает сфер, все нормально у нас даже с одним бобом. Вот. Залили всю эту хуйню, разбегаемся постоянно в дальние концы, стараемся, бьем скоробеев, не грите больше двух скоробеев, вас сложит, опять же говорю. Вот, босс два раза закапываться будет после того, как он второй раз вылезет, уже можно сбивать все сферы и не жалеть их. Вот. Так, метки такие дать? Ты имеешь в виду для жуков? А какая разница, да, такие. На последней фазе, когда выйдут, когда мы босса уже переведем, то есть второй раз, короче, вылез босс, выходят мобы, мы их также заливаем первую пачку, как обычно. Вот, добиваем эту пачку и вливаемся максимально в босса. Начинается перефаза на 30%, нажимаем геру и бьем. Мобы продолжают идти. Мы со второй пачки начинаем контролить. Выходит вторая пачка, я контролю с креста, Войд контролит с трусов. Если вдруг какой-то контроль сбивается с первой пачки, мы не можем законтролить, слишком близко подошли какими-то массовыми, не бейте там за западом сова, например, то гангрена ты пофиряй одного из них, кого я скажу. Вот, если у нас все ок, выходит вторая пачка, там хант замораживает с трусов, а гангрена фиряет с креста. Ну, в принципе, все, у нас больше нихуя нету, мы должны убить за вот эти две пачки. Очень убедительная просьба, не стойте на третьей фазе далеко друг от друга. Понятное дело, что вы там отойдете фернуть, не фернуть, пожалуйста, стойте кучнее. Цепнуха и символ холипала не реагируют на, блядь, пол этого... зала. Так, проверяем. Все поняли, все услышали. Я выпью. Да, смысл релакс уже. Ты три минуты гера, в принципе, похуй. Да, дотянет. Миби, перепей, у тебя три минуты не хватит. Здесь нужен весь ДПС. Лучше только... Что? У меня стоит на СПД фласк. Я во время боя перепью. Ну смотри, после боя я на разроле буду смотреть, есть у тебя действующая фласка или нет. Как бы забудешь, потом не ругайся. А? Лучше на саппорт у тебя есть, сейчас выпей. Что у нас, пристабапов никаких нет? А что за хуйня? Есть. Ну у меня вообще, я, наверное, умирал, мне не давали. Вот, кто забывает снять с себя астамину, можете снять ее сейчас. Ну смотри, мне потом перепьешь. Все, даю, еще раз проверяю на готовность. Я выпил. Там груда кто не помазал. Все, даю время на отсчет и поехали. 5, 4, припот не забудь. 3, 2, 1. Сейчас новый тренер намажем, блядь. Плюс крит, да, для машины. Что так на ждение точку посмотрю. Вышли мобы. Идет моб. ЛПХ его. Поехали в моб. Дал метку. Второго притягиваем, входим. Выбеги. До него не достает. Сбил конфа. Ага, притяни. Все, поехали во второго моба. Вышли мобы. Забиваем моба под боссом, который инфолиовать, ага. Прохиливал. Притягиваю второго. Добиваем второго малого хопа.
Поближе, да. Ага. Ну, ждем. Готовься, Гангрена. Скоробея, бьем осторожно. Тебе, Хан. Уроните кто-нибудь там сферу. Да, вот я захожу или Боб? Я даду Боб, жди Боб. Окей. Я уроню там сферу. Разбили. Ждем Энима. Ну сейчас ждем, может поменять. Миби на тебе. Беги. Забегай сразу на лед, не жди. Сбей и на другой стороне. Еще одну нужно разбить. Отлично, далеко. Смотрим на УЦ, Холли на тебя. Беги. А, сейчас поменяю. Подаван прожмешься, тебе прохилят. Да. Вы максимально далеко. Хилы встаньте, бегите за ним. Я уже стою, жду. Все, максимально далеко и прохилите. Да, прям упрись вообще в очко. Ну, а, нахуя? Так я вот... Ну да, ты же мог, да. Блять, вот не рисковать, не стоять в упор. Так я стоял почти, блин. Да. Следите в скоробе. Заливаем. Скоробе. В центре комнаты. Сфера. Блять, ну беги к центру, что могу сделать. Мобы вышли, попробуй за контроль поиска тогда. Ага, вот этого заливаем. Каст ему стан. Ой, бля, собьешь контроль, наверное. Быстрее играем. Прожмитесь и сыграйте в череп. Пусть бежит, я заморожу. Все. Притягиваем, Холли, притягивай. Босса тогда веди в начало, там, мне кажется, больше места. Но не сразу тогда, а чуть попозже, потому что все равно там меньше расстояния разбега. Добавил, да, Холли? Че, раз куда вести? Ну, в начало переведи, только не сразу, как только подведем, чуть попозже, потому что расстояние меньше. Вышли мобы. Ну, на контроле, да. Все, поехали во второго. Череп поста. Все, води босс. Сейчас со сферками хуйня получится, потому что посредине валяют. Притягивай второго подавай. Ну, блядь, не то притянул. Мота побираешь. Закопал. Босс быстрее. Да? Дайте ему стан, да? Дал. Хорош. Босс, Миби на тебе. Миби, беги, Боб. Блять, на вторую-то нахуя здесь? Да ну ладно, ничего, разъебется одна, ничего страшного. Ждите у воды остальные. Есть у воды что сбить? Нет. А это все в смысле? Вообще больше? А он есть счет. Сбивай все, короче, оставшиеся. А он бегает. Вторую тут же сбил. Хуёво. Подаван, да? Да. Энима. Давай. Нажмешь спринт, если что. Ага, беги. Бьем скоробей, не забывай. Да не геройствуй. Гимн на маму, да? Ну, все, сфер нет. Ну, Миби, беги, спринт. А сейчас Боб поменю. Есть? Локал на тебе. Боб есть? У тебя не откатился еще? Ой, да. Нет еще. Беги, локал. Че, ничего не могу сказать. Сейчас он умрет, отбегите от него максимально далеко. Нужно будет закайтить. Боб да, появился, да. Все, заебись. Все, поехали. Сейчас бля. Сфер нету, нужно будет вставать станы давать. Ну, бля, гангрена выберешь цели, если что, дашь там мобу. Нам нужно сейчас перевести первую пачку, убьем. Идут мобы. Гангрена, ну ты шо, рано дал. Поехали в мобы. Надо в каст давать. Подавай, что дашь в каст? Убьем. Один секунд, контроль. Не могу! Ну пиздец, ну блядь, ну вы чё? Пейте мобы, он сейчас опять закопает. Да. Отлично. Это сбил. Бьем 3% босса. 3%, он оба, 3. Гангрена вылезет под боссом, контроль, давай Геро. Вылезет под боссом, ты его теряй. А мы сейчас с Войдом за контролем. Я с трусов, Войд с этого. С креста. Все, этот теряется. Бьем максимально босс. Репоты не забываем. Вылезли мобы. А, я дальнего за контролем, хорошо. Все, взял его себе. Можешь босса подальше отвести? Теневой удар. Йо, прохиливайте. Нажми мазбаунд. Мазбаунд нажми. Отдал. Бьем босса. Сейчас масхилку нажму. А, не нажму. Войд есть масхилка? А, не, нормально прохиливает. Дайте БР. Энима, скинь БР. И Валера нажми. Ой, блядь, Войд нажми масхилку.
Все отлично, бьем босса. Сейчас контроль заканчивается, вот что продлить. Ну, мне это хуярно. Вышли новые молды, ага, вижу. Можешь хант заморозить? Добиваем босса, все добиваем. Максимально много вносим. Сейчас умрёт, Жень. Ну, что я могу сделать? Босса добивать? Трайн, блядь, 150 тысяч, ёбаный рот. Какая? Чё, почему? Дотаете? Пизда. Что я умру, вы не прохиливали? Да, 190 тысяч, блядь, дот может поумирать, пока побегаете. Да, он сейчас умрёт. Ебать, я блядь, о, машина, сука, машина. А чё вы не могли меня прохилить? Ну, у меня каст был, ты видишь, далеко очень стоишь, ты по цепнуху никак не попадал. Я контролил, мобов бегал. Я понимаю. Моба хотел пугнуть, ты умер. Видишь, как бы изо всех я... Да те, ладно, кто стояли подо мной, я с легкостью подумал. О, можете меня резнуть, я долго? Да, сейчас. Я по мане сел полностью, в ноль. Сейчас. Сказать. Ну и чё, как... Нормально хилить танк, когда на нем босс и еще один моб, блядь? Ну, Гангрен, видишь, я на него там... даже не смотрел. Гангрен, не сливай стан просто так на этих мобах. Тут только в каст нужно давать. Потому что так они не опасны. А вот если он закопается, это проблема. В следующий раз. Окей, я просто этого не знал. Ну, теперь знаю. Блин, сколько раз уже ходим? Кузнечка есть. Роч? Есть кузнечка. Сука, падла. Ебать, одни кузнецы, блядь. Бля, почти это, почти 50 из 50. Хоть и в конце затупили. О, портняга есть, пароль. Да и это есть, бля, ебать ролл. О, изи, ёпт. Таня, вот это ролл, вот это победа. Он не говорит, что ты ничего не выигрываешь. Расту, блядь, расту. Рольте сферу. Боже, хоть что-то забираешь. Успел, блядь, выролить лучше. Хан, тебе нужны, да, плечи? Да, сюда мне. Все, кроме ханта, пороть. Нихуя там ролл. Лера, башка нужна? Нет, мне тэшная. Порольте, кому нужна башка. Кольчужная на успех, может. У нас никого нет. Да, подожди, я на Элема давай заберу. Че бы нет тогда. Все равно я один кольчужник. Тебе нужны холипал? Нет, не надо. На трансмог пароль. Ты чё, блядь? Шо тут, тебе? По-моему, у Падавана они уже есть, так что можешь холи пароль. Ну, давай. У кого? У тебя нет, есть они на трансмог? А тут 99, ну можешь не париться. Бля, Саня разъебал всех. Бля, проебали плащик, пиздец. Давай в следующий раз плащик. Точно, пухи же должны быть, да? Точно, там же второй, бля, я забыл про него. Ну, следующий раз у нас скоба будет, мы растащим вообще. Нет, наверное, уже... очень много, реально, мы прям выносили на таких изичах, я аж удивился. Пуха, ты на меня есть? Скажи. Парольки первым четырем отдам. Кому нужны? Кому действительно нужны парольки? Все? Ебать. Ладно, возьму две, так и быть. Спижено! Ну ладно. Меч. Жалко, меч не могу носить. А кто меч? Только Лок может носить его. Да, только Лок, а сова меч, да, не только... может. Лок, ну только я его не забираю. Просто пуха. А вы что, думали, в сказку попали? Так, я не могу. Сейчас. Пал? А там с меткостью. Киньте еще раз ролл, кому нужен трофей еще один оставшийся. В смысле, а куда тебе столько трофеев? Ну я танка шмотал. На танка? А, на танка. Ну да, он танкует. Сферу пороть? Нет. Ой, бля, ну сейчас я подготовил. Хуй там план. Перенимашка. Спасибо. Миби, я не могу тебе отдать. А, ты я в Долоране потом отдашь? Да, я себе положил. Понятно, понятно. Ну, Локу отдавай, чё ты паришься? А, ну только Локал носит. Да. А собачка? Сова не может. Только этого дальше. Бля, вот тут нет потом свечений, ты такой, я сюда только раз здесь свечений ходил, блядь. Я сюда, я хожу ради трансмога.